Когда мы выйдем на поле? Ребят, если бы я знал конкретную дату, я помню. Но это в марте? Надеюсь, да, как можно скорее. Почему, на твой взгляд, таких два разных тайма получилось сегодня? Почему что? Два разных тайма получилось. В первом вроде бы все контролировали, в втором немножко прижались. Такая игра, невозможно играть в на определенном уровне. Конечно, мы пытаемся, стремимся к этому, но это нормально, я считаю. Достаточно, да, качественно. В команде перед игрой не обсуждали возможность переноса игры? Нет, вообще ни одного слова не было. То есть все ребята хотели играть? Да. Понял. Спасибо и выздоравливаю.